И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1, будем проходить самые сложные ночи. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Если вы, ребята, кушаете и пьете, приятного аппетита. Ребята, Димон у нас играет за Венума, смотрите, какой крутой мужик. Да, смотрите, Чили Веном. Пиздрик. Это у тебя канаты натянуты? А, нет, это паук, типа. Такой. Канаты. Оу, погнали. Ну, на 6 это вроде 9 ночь, или нормально? Нет. Ну, пойдет, в общем. Сейчас должно быть очень сложно. Пацаны, все, да. Готовьтесь. Ребята, здесь уже той Бонни вылез. А здесь... Блин, от третьего лица? Круто играть. Ой. А, пришел. Чикмен. Нажал. Чикмен. У меня что-то со столом, он цвет меняет. Ну, там и текстуру на него ляпнули, когда тебе искали. Не-не, давай назад, было лучше. Так-то лучше. Серега, все, нажимай, Димон, кнопку. Какую? На калитке, фух. Ох, слава богу. А я говорил, будет сложно, это только начало. Ушла. А, как да как? А кто дверь открыл? Димон! Я открыл. Ну ничего, ребята, мы не проиграли, мы только стали крепче. Да. Давайте чуть-чуть от первого лица поменяем. За этим стеклом ничего не видно. О, стол крутой ты сделал, дизайнерский такой. О-о-о. Прям, Димон, под твой цвет. I'm Venom. А я сливаюсь, но можно в прятки поиграть, мне так не видно будет. Димон, мы будем маленькими текстурками играть. Хочешь, покажу какими? Ну. Все равно пока ждем, пока они придут. Есть у нас вот такие текстурки. Нет, не вот они. Вот, Димон, за вот эту будем играть. Чего? Это что за карлик? Будем так. Прятаться! Ребята, что-то смотрите. Димон, представь, я так запрячусь. Я же стал большим, я вылупился. Вылупился. Там Чика стоит. О. А Фокси пришел. Нормально. Как он меня убил, я же дохлый был. Вообще, ребята, что-то... Давайте, все, размялись, разыгрались, начинаем. Опять челик заходит. Так, давайте. Готовимся, сейчас будет точно хардкорно. Димон, мы должны затащить. А, мы уже проиграли. Ладно, мы должны не проиграть. А так, вообще, у нас сбор злодеев, что ли? Бенди, он же злодей, Веном, ну тоже, да. Да? Я тебе чернила, я могу морду заляпать. А ты гадкий утенок. Нет, а чё, он этот... Чего ты взял, что он не злодей, железный человек? А, он переодетый в железного человека. Ого, легче, мужик. Не нервничай, не ломай полы новые. Вот, если что, огнетушитель вот здесь. На, закрывай калитку, Димон! Я не успел. Кстати, по твоему телу Фокси топтался ногами. Я прям видел, он прыгнул коленками один раз там. Так, о, Бонни вижу. Ой, не то нажал. Тусняк у него там нормальный. Продолжаем проходить. Оп-оп, а там... О, там мне гитару вручают. Кто там? Приз. Гитара. Иди возьми гитару, поиграй, Димон. Он добрый, иди. Давай, лупи. Ох. Смотри, какой у меня ярко-желтый. Закрой. Теперь стал. Ой, я Серегу коснулся, хотя я не бил его. Спасибо. Короче, буду выключать. Опасный меч очень. Батарейка. Ой, извините, уходите. А-а-а. Я успел. Это кто там? Ну-ка. Фух, немножко Мангл. Было страшновато даже. Это Фантайм Фокси, что ли? Это Мангл. Мангл на ногах? Да. Так она еще тут не поламатая. Пластическая операция, нормально. Так, она ушла. Так, о, сзади нас какой-то мишка. 3 часа ночи, ребята, тащим. Карлик. Опа, так, ржет конь. Так. Ого, там Чика, а тут кто? Тут пока еще никто. Сзади. Бегите отсюда! Бегите! Там какой-то чертик. Давай, уходи, давай, мужик. Обратно. Я зайти не могу. Что такое? Что за силы? Вот там Бонни стоит, смотрит. Тут был желтый Голден Фредди, вот здесь, вот сзади, вот здесь. Да, он такой некрасивый, кажется. О, черная пятнышка. Слышите, какие-то звуки тут, кто-то там поет. Ой, извините. Вот ты, Серега. Да, у меня двери прищемил. О, там какой-то Димас.
И думал, ты меня не увидишь. Ну ты, конечно, черный, но ты блестишь. Знаешь почему? Вот поэтому ты и выделяешься. А так меня видно? Нет. Вообще ни капельки, Димас. Прикольно. Да ты дуришь. Димас, сзади тебя кто там? А! Дурачок, уходи! Вот ты мой, я бы... О, он ушел. Мы что, выиграли? Да, Димон, седьмая ночь, пройдена. И мы все умерли раз 40. А мы победили. Все. Нажимай на... Нет, hello, hello. Тихо, чувак, не ори тут. Вот это быстро. Сразу руками своим тут начал танцевать. Смотрите, как руками дергает. Больной, что ли? Вдвоем пришли, что ли? Так, а кстати, вы можете подхилиться этими мечами, если у вас хп мало. Понял. Там хилка есть. О, Серега уже хилится. Молодец. А у тебя, Димас, какие-то рога растут. У тебя еще, у тебя на спине еще этот, шипы какие-то, офигеть. Да, кстати. Блин, ты что, трицераптор лерсерс? Это когда я могу спиной убить человека. Фокси бежит. Как ты успел? Серега, молодец. Буду откидывать всех, не подходите ко мне, я злой. Ай, не откидывай. Фух, успел. Последний момент. Так, там Фредди, он смеется над нами. Ну что за дурачки пришли в пиццерию? Даже не боятся нас. А второй скилл, это что делает он? А защиту делает. Смотри, если по тебе ударят, то урон Давай. Не пройдет. Смотри, зажал правую да. кнопку выше. Все, не бей. Прикольно. Это не только от... Она не только от мечей защищает, она от всего вида урона защищает. А ну стрельни в меня. Кислоту в тебя, смотри. Блин, Димон, это четкий меч. Согласен. Все, Серега, сейчас убьешь его. Закрываемся. Сегодня закрыто у нас. Я буду стрелять. Не подходите. Ого, смотрите, он обиделся. Выпусти. Фредди обиделся. Идите, посмотрите на него. Там Фредди обиделся. Сидит в углу, плачет. Смотрите. Он обоссать угол пришел. Уходи отсюда, негодяй, подлец такой. Уходи. Дай побью его. Надь. Это было больно, Димон. Вот это вот дает он. Молодец. Давай еще. Поплакал, обоссал угол. Молодец какой. На. Его, я наверное, думаю, такое на... не берет. Тут это сильно просто. Давай что-нибудь пожестче. Бум. Ого, там стул отлетел. Пошел так, тут... Ой-ой-ой. Так, здесь никого нет, можно открыть. Смотрим вот Фокси. Сказал пожестче. Так, все, закрываемся. То я боюсь. Ого, ты бомбу С4 решил? 10 секунд. Ого, она... Там мы умрем все, Серега. И твой труп нам еще откинули сюда, думает в офис. Забирайте своего конченого железного человека. Он нам не нужен. А что у тебя, Димон, в руках? А, это железный меч. Ой, лазерный меч. Железный. Я рыцарь. Так больше похож на рыцаря. Воу, Серега, молодец. Серега. Ну и аниматроник остался живым, гениально. Да, он там сидит все-таки. Ему все равно. Ой, спаси. Прощай, вдвоем. Димас, спаси. Не, Димончик, никто тебя не спасет. Каждый сам за себя, это обстоятельства. Ну что я могу сделать? На В пролети, ты пэхнись или умри. Я его бью его по башке. Бей по животу. У него живот слабое место. По кишкам бей. А может его толкнуть лазерным мечом? Пришел с этой стороны. Блин, Бонни пришел. Сейчас еще Фредди сюда придет. Сейчас я его оттолкну. Воу, ты меня оттолкнул. Оттолкну, они ушли, Димон, получилось. А, еще одна какашка пришла. Ой, Мангл, уходи. Бей ее, бей.
Запускайте меня. И избил аниматроников, Димон, молодец. Фокси стоит, отдыхает. Тут никого... О, Бонни выглядит. Ой, хотел сказать, там какой-то додик выбежал. Это Серега. Там Фокси. Пиксельный такой. На тебе. Димон, смотри. Смотри меня по камерам. Серега, нормально тебя. А, это мне тоже неплохо. Побил так. Так, а где тебя, Дима, смотреть? А, я вижу, вижу, идешь, бегаешь там. О, обратно к нам идешь. Я танцую. Классно. Это моя пиццерия, мы здесь гуляем. Димон, закрывай правые двери. А, не. А чё он орёт? А мы живые. Фокси, давай, иди к нам уже. Мы дождались тебя. А чё вы мне одного оставили-то? Я, Димон, иду, я просто просмотрел, чтоб никого не было. Давай, Серега, залетай. Давай, давай. О! Бум, на тебе. 5 часов, Димон, мы сейчас пройдем. Ура, ребята, мы даже ни разу не умерли. Ни разу? Не, один раз. Не, ни разу. Один раз, когда дверь открылась, и мы втроем умерли. И виноват кто в этом? Серега. Железный человек. О, я гитару возьму у него. Даешь гитару? Даешь? Не, я боюсь. Давай я возьму. Я, может, иди. Менять его, что-то надо. Давай. На. Прошли! Ура! 7-ю ночь! Е-е-е! Димон, ты выиграл 40 баксов, представляешь? Это неплохо. Это сколько в рублях там? И, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!